Скандал о торговле персональными данными, полученными с помощью социальной сети Facebook, разрастается. Стало известно, что в Cambridge Analytica компании, которые обвиняют в негласном сборе, а затем и перепродаже этих сведений, снят с должности ее руководитель Александр Никс. Это отстранение связано, в частности, с тем, что он рассказал журналистам, как строилась работа в Cambridge Analytica. В фильме Никс, разговор с которым был снят скрытой камерой, рассказывает о том, что он составил руководство для сотрудников, как именно следует, используя персональные данные, дискредитировать в том числе и публичные фигуры, включая политиков. Как заявила Cambridge Analytica, сказанное Никсом не отражает ни сути работы компании, ни тех ценностей и правил, которых она придерживается в своей деятельности. Кристофер Уайли, бывший сотрудник Cambridge Analytica, обратил внимание прессы на то, что происходило на самом деле. «Я наделал ошибок, я в этом раскаиваюсь. Мне очень жаль, что я также принимал в этом участие. Но сегодня мне кажется важным до конца осветить то, что имело место в Cambridge Analytica, чтобы в итоге все мы могли извлечь из этого урок». Администрация Facebook сообщила в конце прошлой недели, что аккаунт Cambridge Analytica в этой социальной сети забанен за нарушение пользовательского соглашения.